Всем привет! Мы снимаем сегодня Лего Миньоны. Бойцы кунг-фу называется. 310 деталей. Вот здесь есть Стюарт, Отто и Кевин, да? Для детей от 6 лет код 75510. Ой, 550. Ну что, коробочка вот такая вот. Не маленькая. Скажем так. Кто тут? Кто тут у нас? Вы кого-то узнаете? Малюсенькая песочка. Ну вот тут этот. Бойцы эти тут летают по всем поверхностям. Дракон? Которого он держит. Угу. Это Кевин держит. Кевин одноглазый. А, не Кевин, а... Не, Кевин же двухглазый. А, это Стюарт. Подожди. Кевин двухглазый. Стюарт одноглазый. Ну что, раскрываем коробку. И смотрим, кто там внутри. Вот что у нас тут в наличии. Три пакета, да? Не падайте. С цифрами 1, 2 и 3. Вот какой пакетик. И там внутри еще пакетик, да? Голова. Да, я вижу. Вот голова вообще. Голова синяя, вот глаз, желтая. Вот откуда там. Вот это Кевин, да, Кевин. Вот еще один пакетик. Рука. Еще есть наклейки. И запчасти, вот части тела, да, по всем пакетам раскиданы. И есть инструкция, большая книжка. Большая книжка, в которой подробненько все расписано. И тут в конце вот перечисление деталей. И тут на солнце отсвечивает, не очень хорошо видно. Ну так, покажу сейчас. Вот. Можно по приложению собирать. Да, можно по приложению собирать. Вот еще один пакет. Ого. И вот еще один пакет. Угу. И там внутри маленькие пакетики. Да. Сейчас мы пораскрываем пакетики и будем собирать. Так, мы с первого пакетика высыпали. Там еще маленькие внутри детальки были, вот пакетики, и большие. Сейчас будем собирать. Что, по планшету мы решили, да? По инструкции. Есть вот в планшете у нас вот. Ну, тут очень плохо видно будет, потому что мы на солнце сидим. Держи планшет. Главное, чтобы тебе было хорошо видно. Так, все, дети приступают к сборке. Куда ты двигайся, Оля? Мы сняли, сделали вот этого дракона большого. И вот часть здания, это из первой части, из первого пакетика. Вот что у нас получилось, да. Мы уже сделали. Часть по инструкции вот это сделали бумажная, часть по приложению. Идем дальше. Сделали мы второй этап. Вот что у нас тут, часть вот этой конструкции с качелей есть. И два миньона. Осталось еще тут построить такой вот этот манекен, который они должны быть. Вот. Угу. Сейчас будем делать третий пакетик. Мы сложили весь конструктор, все три этапа. Так, вот это у нас вот такой, такая постройка получилась. Тут уже стоит у нас один миньон сзади, ждет своей участи. Вот тут мы делаем так. Так нажимаем, и происходит чудо. Оп! Вылетел. Теперь второй летит. И машет. Этот толстенький. Ну и третий вылетает. Готов? Со стены. Есть, завалил все. Можно сзади посмотреть. Все, все три миньона в сборе. Вот они. Кстати, тут две были прически. Вот они сюда ставятся. И, ну да, прически мы этим одинаково сделали. Так, дракона ж надо показать. Вот дракон у нас. Драконище. Еще. А тут, кстати, золотые лягушки. Да, у него тут есть вот две лягушечки. Классный. И глаз. Вот храм у нас получился. Вот, вид сверху. Красота. Куда ты глаз? О, можно, кстати, сюда. Так, тут же у нас вот движущиеся платформы, шестеренки. И глаз катает. Да. Тут золотое яблоко. Все катается, все ездит. Ой, рога упали. Поставь на место рога. Да. Вот, сейчас покажу. Вот так вот. И там. Как тут? Ну, тут когда нажимаешь, расходятся. Давай я вот так покажу, а ты нажимай, а мы покажем, как тут расходятся дверцы. Раз, все. Вот такая система. Ну, так миньон оставишь? Я тут не вижу, куда ставить. Давай я поставлю. Да. Нажимай. Резко. Резко надо нажимать.
Так. Своди эти штучки. Давай. Оп, все. Храм распался. Вот это ты резко нажала. На этом мы заканчиваем нашу трансляцию. И начинаем собирать по новой. Всем спасибо.